Гости в дом, товар на ярмарку. Этому правилу следуют жители Николаевки Веделевского района, основанного еще в 18 веке. С тех времен село долгое время было центром торговли для всей округи. Уже несколько лет здесь возрождают старинную традицию проведения базарных дней. Участниками ярмарочной карусели, брендового праздника села, стала и съемочная группа «Мира Белогорья». Веселье и шум торговых рядов, непременные забавы для детей, выступления творческих коллективов. Базарная площадь Николаевки вновь собрала на ярмарке жителей окрестных сел и соседних районов. Этой традиции уже несколько веков. Последние же базары проходили тут всего несколько десятилетий назад. С вечера в субботу приезжали машины с Украины, с Воронежа. Ну, откуда только не было их. Становились в ряды, а утром рано-рано начинали распаковывать свои машины, и начиналась распродажа. Базары раньше были, вот этот вот центр был, и туда дальше, и туда ниже. Это николаевский пряник. Это пряник, рецепт 1961 года. Марина Лавренюк в своей пекарне возрождает традиционное мастерство земляков, выпечку хлебобулочных изделий. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, солодовый, чесночный. Более 30 видов продукции привезла на сельскую ярмарку. С самого детства я всегда мечтала производить именно печенье, хлеб, пряники. Мы ищем рецепты очень старинные, чтобы как можно было меньше химии всякой. Николаевская ярмарка истори давала возможность и товары купить, и себя показать, говорят селяне. Сначала подготавливается доска, делается обжиг. Мастер декоративно-прикладного творчества из россоши Наталья Лопухина занимается изготовлением кукол, шкатулок, росписью икон в современной технике вживления. В Николаевку приехала за новыми творческими идеями. Очень большой плюс в том, что общение между мастерами. Много интересного можно посмотреть, обменяться опытом, кто что делает. Первый раз приехала, очень прилично, гостеприимно. Гостеприимные праздники, возрождающие традиции старины, необходимы современному селу. Это подчеркивает историю, да, и уважение к предкам. То есть уважение к своим родителям, бабушкам, дедушкам, к их ремеслу, которым они занимались. Не забывать свои корни – вот основная идея брендового праздника села. Каждый год в начале осени ярмарочная карусель в Николаевке будет дарить своим участникам обилие товаров, море положительных эмоций и хорошего настроения. Александр Кветко, Наталья Давыдова, новости «Мира Белогорья».